Всем доброе утро. Произвели разгрузку теплицы. Павильон 5 на 9 будет навес для бассейна. Будет стоять вот на таком основании. Бетонном. Покрыт вот таким вот желтым поликарбонатом. Каркас павильона поставили, закрепили к основанию. Сейчас его пробьем анкера, прокрутим. Затем пойдет установка отливов, обшивание стен и далее уже крыша. Но перед крышей нужно будет прокрутить все крышные прогоны. Стены обшили поликом, установили переливы. Сейчас начнем крыть крышу. Далее будем подгонять крышу, одевать профиля, прокручивать стены. Останется у нас еще стеновые форточки, облагородить двери. Одна дверь у нас в торце, другая стеновая. Работа идет. Завершилось у нас строительство павильона над бассейном. Павильон имеет размеры 5 на 9 метров, 5 ширина, 9 длина. Имеется боковая дверь, имеется 3 стеновые форточки. Две на одной стороне, одна на другой. Один торец глухой, один торец с цельной дверью. Каркас сделан из профильной трубы 20 на 40, покраска полимерно-порошковым способом, арки в виде ферм. Есть диагональные усилители для большей прочности. Все стоит у нас на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров, по низу пущен отлив. Поликарбонат желтый, плотность 0,75, толщина 4 мм. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот сюда уже песок натаскали. Видимо, будут делать пляж. Вот так вот открываются стеновые. Очень высокий. Высота в коньке 3 метра. Вот такой отличный желтый, солнечный. Всегда будет там солнечная погода. Такой солнечный павильон у нас получился. У меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем пока.